15-летний спортсмен из Бельц занял 7-е место в мировом рейтинге Международной федерации карате. Речь идет об Александре Капмуале, который занимается этим видом спорта уже более 10 лет. Молодой человек хочет достичь высоких результатов в спорте. Я занимаюсь карате с 5 лет. Мне сейчас 15. В этом году я посетил достаточно много турниров. Я считаю, что я показал достаточно хороший результат. Я занял 5 золотых медалей, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль. Александра тренирует отец. В этом году он принял участие в турнире в Хорватии. Там происходил один из 4 рейтинговых турниров в мире. Самых крупных соревнований в мире. Эти соревнования являются рейтинговыми. То есть туда приезжают сотни, тысячи спортсменов. В этом году там было 2022 спортсмена, прямо как год. Естественно, в каждой категории по-разному. Вот у Сашки в категории было 78 человек. Год назад Виктор Капмуале открыл спортивный клуб в Пельцах, в котором тренируется более 50 детей. Меня отдала мама в 4 годика. На карате. Я заинтересовался этим и начал дальше заниматься этим. Я из Кишинева приезжаю сюда, тут проживаю неделю. Тут занимаюсь, тут сплю и ем. Мой папа друг тренера, и я увидел, как сын тренера ходил на тренировки, и я тоже захотел. Первое, что мы делаем, это разминка. Второе, это бегаем, делаем круг большой. И дальше становимся в пары и тренируемся. Спортсмен Александр Капмуале занял 1-е место в категории кадеты до 52 килограмм, одержав 6 побед подряд в первый день соревнований на турнире по карате в Хорватии.